Не пропускали сегодня в самолеты Олега Ляшко. Депутат хотел пройти в салон лайнера с вилами. Сотрудники аэропорта Жуляны битый час объясняли, что это запрещено правилами безопасности. Нардеп парировал: без вил он никуда, ведь это его непременный атрибут политической деятельности. После небольшого конфликта Ляшко все-таки пошел на уступки и смог улететь в Донецк. Улетели и вилы, но в багажном отделении. Возмущенный инцидентом Олег Ляшко разместил фотографии своего аэропрорыва в интернете. Я, звичайно, без вил не міг, бо ми ці вила привезли на Донбас якраз для того, щоб показати, що цими вилами ми звільнимо Донбас від партії регіонів. І тому довелося потратити певний час для того, щоб переконати працівників персоналу у Жулянах, щоб вони пустили.